Известные бизнесмены, которые построили многомиллионные бизнесы в России с нуля. У нас все-таки без лишней скромности удалось из очень красивого дела сделать достаточно красивый бизнес. Это очень нечасто получается. Я до этого не думал, что бизнес – это такой же товар. Я вообще про это так не думал. Ты просто делаешь бизнес, чтобы кушать. Яндекс производит миллионеров из своих сотрудников? Производит. Рассказали, как заработали свой первый миллион и раскрыли секреты успеха. Они пригласили, чтобы я им показал технологию, и они меня спросили, кто в мэрии у меня есть, кто типа двигает твой проект. Я говорю, никто не двигает, но они все равно не поверили. Bittrex24 запускает новое YouTube-шоу «Первый миллион». Теперь мы готовы поделиться эксклюзивными интервью с вами. Что у нас? Какая температура у страны? Мы уже умерли или, наоборот, выздоравливаем? Я говорю, вторая волна твоего бизнеса не коснулась. И камеры переключаются на моего приятеля. А вот шестая и двенадцатая коснулись сильно. Смотрите эксклюзивное, откровенное интервью известных миллионеров России прямо сейчас. И подписывайтесь на канал для бизнеса, чтобы не пропустить следующий горячий выпуск.